Hey, yo, guys, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Castle in the Dark. Мы, короче, с вами нашли всякие фигнюшечки, финтиплюшечки. Это возможность плавать, новый меч, новую способность. Я думаю, с новой способностью навряд ли эта бабка попрет, поэтому можно будет попробовать юибать, как говорится. Но сначала я должен найти... О! О! Я забыл, что она нарушимая. Так, куда мы можем, по сути, плавать? Это нам нужно в пещеры эти. Если нам брать в расчет это... Подожди. А, я навряд ли вернуться смогу. Ну, бля, так нечестно. Я думал, я запрыгнул. А, я еще одно место знаю, кое-какое. Это нужно найти, где был первый босс. О, давайте я остановлю, потом продолжим. Короче, сюда запрыгнул, даже не коснувшись того камешка. Нафиг он, короче, нужен. Ух, сохранение. Так, здесь эта жаба была. Здесь, кажется, что-то тоже было. Подожди, я этого... Не, я помню это место. Но не помню, что здесь было. Камень телепорта. Да ладно. А, это Рейн... Подожди. Вот это как камень. Чувствую, там будет что-то ценное. Че, сюда бегу? Зараза. Давай быстрее. Это сложно. Что мне там мешает? Это, если что, наверное, отсылка к Мегамену. Там тоже были эти кубики, которые... Иди в сраку. Я это сломать не могу. Хотя оно должно ломаться. Фух, расслабились, все, поехали. Оп. Да ладно. О! 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 Фух. Я был не готов. Мое тело было не готово к этому.
Так. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Сложно. Поехали. Попытка хуй знает какая. Ай-яй. Да ладно, а там... Да это тяжко, слышите? Да это... Да, вы гоните. О! Ну как это... Ну, запрыгнуть возможно. О, ой, блядь. Enter. На ёбка в чём? Кристалл. Вертикальная призма. Получено. Я понял, зачем мне вертикальная призма нужна. Вот то, помните мир, где телепортом? Вот туда мне этот нужен кристалл. Это сложно. Ладно, давайте я его добуду, потом вернемся. Есть, 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 есть. Есть. У меня все есть. Я получил его. Так, это у нас айтем. Призма, вот он. This looks. Так, это выглядит как Pace. Короче, телепортный камень. Все, теперь у нас есть с вами три вещи, куда мы можем что и сделать. Первое, мы можем убить летающего этого призрака. Вторая вещь. Мы можем теперь с вами плавать. Третья вещь. А я не помню. А, телепорт. Кто эти были? А, мы сюда же тогда не пошли, да? Ох ты ж, ё-моё. А вот это вот довольно круто, ребятки. То есть там у нас четвертое место есть. Это какая-то долина летающая. Какая-то летающая долина. Ну, я думаю, сначала сюда лучше бегать. Такой знечий, да, жив. Сколько смертей. Я понимаю, что мне нужно, в принципе, монетки собирать, но нафиг они мне сейчас нужны. Да ну блин! А, я все равно коснулся. Может, я сюда могу как-то попасть? Нет? Да ну блядь. Ебучий кузнек. Я сейчас в пещеру пойду, где плавать можно. Я ж там в два места, да, могу пойти поплавать. Окей. Окей. В чем наёбка? Сейф камень, хорошо.
Ого. Ого. Ух ты ж, ё-мо. Так, я вижу, что можно сломать. Enter. Воу. Окей, чё? А, да ладно. Это не одноразовая херь. Тихо, тихо, тихо. Дайте тогда тут пройду. Пошел в жопу! Все хотят выпить со мной. Бакс, бакс, бакс. Готово. Хорошо. Добро. Ну чё вы не сказали, что здесь враг такой? Ай-яй-яй. Так, магия. Подожди. А, это ветер, стой. Так. Магия. Мне нужно вот это. Вот так, хорошо. Если бы я знал, что там босс, я, может быть, и поосторожнее играл. Осторожнее играл. Сука. Магию я не сохранил, да? Магия, кристалл. Сохранил, хорошо. Ту-ту-ту-ту. А, то есть мои атаки такие ему не идут, ладно. Я тебя понял, приятель.
Это сложно. Нашел, короче, здесь светильник. Точь. Да. Факел такой. Теперь мне только заново нужно идти, хотя у меня было full хп. Короче, я тут нашел потайнуху. Классная потайнуха. Я сдох. Эта потайнуха, короче, нужна была сверху, где около босса, да, упасть вниз. Так, скоро босс. Фух, перепрыгнул. Жалко, что я его атаковать своими не могу, если за мной. До него довольно долго идти. Там его, в принципе, лучи могут достать мне несколько раз. Ну, не знаю, давайте пробовать. Ай-яй-яй-яй-яй, получай! Фу, изи. Убит. Убит, сколько времени? Можно купаться идти уже. Сейф, пожалуйста. Сейф, наконец-то. Нет, я пойду сейчас повыше. А там, может быть, если я сейчас приду куда-то не туда. Так, мы тебя уже встречали, стоять. Нет. Понимаете, здесь столько уже проходов, куда я могу пойти, типа, два прохода снизу, там, где с птичкой. Ну, как бы вернемся к птичке. Это, она же здесь, да, где-то? Не здесь. А где же оно было? Подожди. Где тут тайник был? Да ну блядь, ты тупая тварина. Кажется, там где ловушки те. Пошел в сраку. Ого. Ого. Ого! Пиздец. За что так сложно? За что мне такое сложное все? Пошел сраку. Окей. Окей.
Заманука понятно. Понятно, понятно. Готово. Сейф. Госты, 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 призраки. А в чем прикол? Вон в чем прикол. Я хочу сюда. Heavy armors. Тихо-тихо-тихо-тихо. О, все изи. Так, давай смотреть. Армор. 6. Одеваем. Бэк. Мне кажется, я либо я стал немного тяжелее. А ну-ка, подожди. When you down... А, понижает вашу скорость. Очень сильно. Я понял. Подождите, как такое можно провернуть? Армор. Не, типа... Блин, ну, та броня хорошая из-за того, что 6 защиты. Ну, вы сами видите, что там. Видос. Я здесь не пройду. Сейчас я пройду это. Вау. Ну типа я не могу их уничтожить, только с помощью этого. Наверное, это сложность только из-за призраков. Не, на самом деле это очень сложно. Как бы то ни было. Ну, в каком понимании сложно?
типа, он выстирает призраков, которые начинают меня херячить. Но его типа убить можно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. А, да, я уже начал драться, я забыл про запись. Ясно. Это ненормально. Он блочит. В смысле мне нанес урон? Херня в том, что, видите, его щит его защищает очень жестко. И, типа, я даже не знаю, где тут слабое такое место. Куда можно так встать? По идее, вот это место, ну, там меня тоже подсыпет. Ну, наверное. Нет, он меня все равно достает. Сложно, сложно, сложно. И понимаете, сейчас ко всем врагам нужно подходить. Ой, кое-что еще. А, я тогда. Оно, это мне нужно будет в другую локацию идти. Черт, ладно. Ладно, ладно, ладно. Спасибо. Большое спасибо. Тупые призраки. Не, походу... Хотя, может, ветер тоже слушать им наносит? Типа, откуда я знаю? Я ж не пробовал. Так, заряжаем, заряжаем, заряжаем. Хоп. Заряжаем, 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 заряжаем. Хоп. Заряжаем, заряжаем, хоп. Блять. У нас идет. Заряжаем. Заряжаем, заряжаем, заряжаем. Заряжаем, заряжаем, заряжаем. Заряжаем, заряжаем, заряжаем. Заряжаем, 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 заряжаем. Он...
Заряжаем, заряжаем, заряжаем. Сейчас убью двоих. Двух призраков. Заряжаем, 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 заряжаем. Хорошо, очень хорошо. Изи. Изи, 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 изи. Мы убили его. Все. Можно отдыхать спокойно. А там дверь сделан... Бля, мог бы я назад пойти, пожалуйста? Спасибо. Я хочу пойти назад и сохраниться. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и если что, там были двери из Мегамена. И всем пока.